В селе Баматюрт Хасавюртовского района был проложен мост. Этого события жители села ждали 7 лет. Усилиями местного джамата и при поддержке администрации села всю работу удалось закончить за короткий срок. Усилиями местного джамата и при поддержке администрации села за короткий срок удалось закончить всю работу. Меньше чем за месяц мост был уже готов к эксплуатации. По этому случаю состоялось праздничное мероприятие, в котором приняли участие общественные религиозные деятели, спортсмены и жители всего села Баматюрт. Джума мечети, собрались, остались, сообщили односельчанам, что вот такое дело мы хотим начать. Очень тогда с желанием село нас поддержало, жители поддержали и начали строить. Буквально за месяц мы, как вы видите, построили мост. Ну, были, да, и трудности, и проблемы финансовые.